Мастер-класс от Евгения Емельяновича. Куриная нога. Нет, это шея. Это гусиная шея. Гусиная шея, Артурик, подвергается кулинарной обработке. Но ты, Артурик, неправильно сделал. Не надо было отрезать. Почему же? Потому что надо было шкуру снять. Наполняется. Такая шейка наполненная была бы. Жека, а мы сделаем всего это. А это крылья. Правильно? Да, крылья. Не ангельские крылья, а крылья того гуся, который летал. Который очень хороший был гусь. Был хороший гусь. И звали его Борис Иванович. Почему Иванович? Потому что у нас все Ивановичи по Христу, по Рождеству. Он Артурович был. А, он Артур... А, да. Борис Артурович был. Он Артурович был. Да. У него еще супруга есть, но она безымянная Артуровна. У нее еще все впереди, она просто об этом не знает.